Рады вас приветствовать на нашей творческой встрече. Наша встреча проходит в канун большого замечательного праздника, День Победы. И сегодня в программе будет много номеров, посвященных этой теме. Сегодня вы увидите много жанров: эстрадных, народных, инструментальных, танцевальных. Ну и особенно приятно, что среди студентов, которые поднимутся сегодня на эту сцену, есть выпускники вашей школы. Сегодня они студенты нашей академии. И вы знаете, еще один факт, не могу о нем не сказать. Мы знаем, что уже некоторые ученики вашей школы в этом году уже намерены подать документы о поступлении в ВУЗ тоже в нашу академию. Возможно, кому-то из вас сегодня какой-то жанр концертный поможет определить свой профессиональный выбор. Ну, с вашего позволения, мы начинаем. Мы готовы занять ваше внимание на один час. Выдержите? Да! Ну, спасибо. И, думаю, не возражаете, если я попрошу помочь мне провести сегодня концертную программу одного из учеников вашей школы. Я прошу, пожалуйста. Итак, мы начинаем. Алексей, я прошу объявить первый номер нашей программы. Мы рады приветствовать творческий коллектив Академии культуры в нашей школе. А на сцене вокальный ансамбль «Сонет», художественный руководитель, старший преподаватель Лариса Покшиванова. Концертмейстер Татьяна Павлова. Хорошо, что встречайте аплодисментами. Музыка композитора Терханова, слова Берика. По традиции, первый номер программы «Родина». Oh.
именно в этом году и именно в нашем городе открылся всемирный юбилей, столетие со дня замечательного композитора Дмитрия Шостаковича. И у нас в этом году в городе появилась новая улица, носящая его имя. Мы рады, что сегодня наша академия находится на этой улице. Сама улица небольшая, от Струковского сада до оперного театра. Но именно в доме на этой улице Дмитрий Шостакович завершил свою гениальную седьмую симфонию. На сцене студенты первого и второго курсов Мария Чунихина и Алена Павлова. Концертмейстер, лауреат международного конкурса Сергей Жданов. Шостакович, романс из кинофильма «Повод». Нашу программу продолжает лауреат международного конкурса «Камерный хор Академии», руководитель и дирижер, доцент Татьяна Тюткина, концертмейстер Ирина Третьякова, музыка Олевского, слова Гусева. Серьезно. Thank you.
Музыка Блаутера, слова Исаковского. Обработка для женского хора Мартынова. Под звездами балканскими. Студентка первого курса Надежда Сорокина. Ирландская народная песня в обработке Фута. Скоро будешь ты со мной. Мы с тобой.
выступают студенты второго курса Юлия Кузнецова, флейта, и Михаил Шайров, кларнет. Концертмейстер Наталья Николаевна. В концерте прозвучит каденция из музыки к балету «Конек Горбунок». Thank you.
студентка второго курса Марина Григорьева. Педагог, репетитор, доцент Татьяна Андреева. Музыка Гертона. Вариации Лизы из балета «Четная предосторожность». Александр Гончаров. Моцарт, ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро».